Всем привет! С вами сегодня снова я, Шон Джеллифиш, и добро пожаловать на мой ролик. Это третья часть моего летсплея по Survival Craft. И сейчас я сначала покажу, как сделать вот тот рукомойник, который я показывал в начале видео. Молот скрафтить. Можно в реципедии посмотреть крафт. Так, и нам нужно добыть немного дерева для того, чтобы построить фигуру, которая нам нужна. Так, идем, добываем дерево. Вот, нашли дерево. Добудем. Так. Вот, когда закончу добывать, я включусь. Так, вот я закончил. Добуду себе тыквы по дороге. Так. Посмотрим сейчас, что. Так, ну, так. Поедим, чтобы жизни восстанавливались. И посадим заново семена. Так, вот садим сюда семена. Так, так это надо срубить. И садим семена. Так, все, пусть растет. Дальше мы идем в дом. Так, закрываемся. Так, вот я тут скрафтил досочки, перекрафтил все дома. И вот что нам надо сделать. То есть, как бы вот такой вот сосуд, что ли, с жидкостью. То есть, вот так вот строим. И в серединку нам надо будет налить воды. Так, берем ведро. Так, ведро у меня дома. Ладно, идем за ведром. Сейчас включусь. В общем, взял я ведро, берем из моего бесконечного источника воду и идем наливаем вот в серединку. А, так, вот и тапаем молотом по ней. Так, берем, строим и нам выпадают вот такие вот детальки. Теперь надо сделать то же самое, только без воды. Так, в общем, делаем. Так, и те же самые действия проделываем, строим. Так, и теперь для того, чтобы оно работало, надо соединить сначала пустую и потом с водой. И получаются вот такие вот у нас штучки. То есть нажимаешь — вода, нажимаешь снова — уже без воды. Вот, крафтится несложно, все понятно. Можно разные крутые вещи с ней делать, как бы я такое делаю. Дальше немного спим. И на следующее утро выбираемся. Так, и я думаю, вот я решил тут построить сверху второй этаж себе вот такой вот. Вот что у меня, в принципе, вышло. Ну, такой вот, ну, как бы, чтобы там поспать, там, по-быренькому, еще чего-нибудь. Так, дальше идем. Так, надо сейчас отверстие вот там вот. Да, вот так вот. Закрыть листвой. Вот что получилось. Вот, еще поставил такой рукомойничек. Руки надо мыть. Так, вот, дома. Так, вот огородик у меня. Так, сейчас мы... Так, надо сначала взять палочки себе и скрафтить топор для того, чтобы откопать медь, а то у меня она закончилась. Вот я тут нашел, покопался. Так, сейчас мы ее добудем, заодно и опыт получим. Так, я думаю, к концу серии у меня уже будет 6 уровень. Так, добываем. Вот она, тут ее много добыли. Вот сколько получилось. Так, теперь апгрейдим наш свет. То есть делаем вот так вот. Такие вот панельки. И потом просто рычажок к ним подключаем, и будет свет лампа. Так, теперь я решил построить деревню. Вот как я вам говорил в том ролике-то, который у меня на канале. То есть деревню, ну вот пару домиков будет, как в Майнкрафте, наверное, один мой. Ну вот просто построил. Строил я ночью, строил я днем. Ну и вот что получилось. Так, тут есть колодец и три домика. Два похожи, как в Майнкрафте, я старался построить. И один я сам построил, как бы на свое усмотрение. Так вот такую вот кроватку сделал. Вот так, и на втором этаже вот так вот примерно. Так, мы с вами идем дальше. Такую дорожку сделал из каменного кирпича. Колодец такой, ну как бы не очень глубокий, но и не мелкий. Так, вот.
Так, идем дальше. По дорожке. Вот дом, который я строил. Ну, вот по своему усмотрению. Смотрите, вот тут тоже лампочка есть. Вот как бы включаем, выключаем. Ну, это удобно очень. Так что включаем. Вот, все. Так, выходим, идем дальше. И тут у меня последний дом. Вот, заходим. Он тоже такой интересный, с лампочкой. И тут получился такой баг. Смотрите, если начать спать, там какой-то X-ray получается. То есть, смотрите, сейчас включим. Выключим лучше, когда спать. Так, залезаем и спим. Вот, видели? Лава видна и все озера. Так что удобно он будет. Там смотреть что-нибудь, подглядывать. Вот, построили деревню. Так, и наше выживание в этой эта серия подходит к концу. А я с вами прощаюсь. Всем привет и всем пока.